Партия власти празднует 21-й день рождения. В честь этого события в Мурманске собрался политсовет регионального отделения. 1 декабря 2001 года в России появилась правящая партия. Она была образована в форме движения «Единство». По сей день объединение остается крупнейшим политическим движением в стране. Ее члены активно работают по всем направлениям развития, в том числе и в нашем регионе. Большую роль играет благотворительность. В сложные времена сторонники партии помогают нуждающимся, будь то ковидный период или специальная военная операция. В честь празднования дня рождения под руководством губернатора Мурманской области состоялся политический совет. На нем были подведены итоги работы, награждены самые деятельные и активные участники. Работать активно и действительно все больше и больше сосредотачиваться на решении очень конкретных проблем. И важных для всей области, и конкретных вопросов, задач, которые волнуют конкретного человека. А много нюансов, вопросов, какой-то нерешенных каких-то накопившихся проблем. Вот важно, чтобы однопартийцы были всегда, знаете, на передовой. Не только в критических ситуациях, но и в постоянной жизни.